Здравствуйте! Сегодня поговорим о ваших интересах, о ваших увлечениях. Что вы делаете в свободное время? Мое главное увлечение – это иностранные языки. Я люблю преподавать и изучать иностранные языки. Мое второе увлечение – это фотография. Красивая фотография – это настоящее искусство. Искусство – это прекрасно. А у вас какое хобби? Чем вы увлекаетесь?